Привіт всім любителям спорту! Сьогодні продовжуємо займатися йогою. Заняття проводить наш тренер Аліса Рибаченко. Йога дозволить розкрити нові можливості вашого тіла. Делаем вдох, руки через стороны вверх. Опускаемся. Выдох. Левая нога уходит назад и правая. Собака мордой вниз. Отстраиваемся. Ладошки на ширине плеч. Сжимаемся в коврик. Ноги на ширине таза. Расслабляем корпус. Пятки тянем к полу. Вдох. Выдох. Правую ножку ставим посерединке. Левая на вдохе вверх. Выдох, опускаем, таз закрыт, вдох, вверх, выдох, опускаем, вдох, вверх, держим, выдох, вдох, выдох, ножки ровные, вдох, выдох. Теперь делаем вдох, перекатываемся на руки и подтягиваем левую ножку к животу. Вдох, вверх, уходит левая нога, выдох, нога к животу, вдох. Вверх и выдох. Подтягиваем ножку к животу. Вдох. Выдох. Вдох. Опускаем левую ногу вперед. Коленка левая ближе к левой руке. Ладошки под плечами. Вдох. Вытягиваемся. И выдох. Тянемся руками вперед. Отдыхаем. Вдох. Выдох. Спина ровная. Вдох. Выдох. Вдох и подтягиваем руки к плечам. Правая нога на носочек, вдох. Левая нога уходит назад, собака мордой вниз, провисаем. Вдох, выдох, отстраиваемся, расслабляем шею. Ноги прямые, спина не скругляется. Левая нога у нас опорная, правая нога вверх, вдох. Выдох, вдох. Выдох, вдох, выдох, вдох и держим. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Перекатываемся на руки, правая нога к животу, выдох. Вверх, вдох, поднимаем ногу, выдох. На руки перекатываемся, вверх, вдох. Выдох, перекатываемся на руки и держим ножку возле живота. Вдох, выдох, вдох, выдох, опускаем ногу, вытягиваем левую ножку, спина ровная, раскрываем грудную клетку, вдох и уходим вперед, выдох, тянемся руками. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, подтягиваем руки. Левая ножка на носочек, вдох. Собака мордой вниз, правая нога уходит назад. Несколько циклов дыхания, вдох. Выдох, вдох, выдох. Левая нога уходит вперед к рукам. И подтягиваем правую, выдох. Через стороны руки вверх, вдох. И руки перед грудью, выдох. Намасте. Тож заняття йогою допоможуть вам відкрити свою внутрішню красу, а також взбодриться утром і хорошо провести ваш день.